Итак, привет всем, с вами снова я, Зазепа. Пару дней я не выкладывал видео, ну, в связи с тем, что были праздники, во-первых, во-вторых, как-то времени даже особо не было. Вот. Не знаю, почему я сейчас посмотрел, мне чем-то вот это вот значок как-то, такого, знаете, краба напоминает, такого, вот, да еще клешни такие вот. Ладно, погнали дальше на космическую Одиссею. Что-то мне понравился этот режим. Было бы хорошо, если бы его как-нибудь оставили тут. Не знаю. Прикольно выглядит. Вот, и сегодня еще тоже такой день. Я думал, снимать, не снимать сегодня. Ну, пару дней прошло, ничего не снимал. К сожалению. Потому что я только что с курсов пришел. Мне через пару часов на следующие курсы идти. А потом вечером еще на третий уже курсы идти. Это вообще целый день беготни. И так вот, короче, 2 дня. Придачу еще праздники были. В общем, всех с прошедшей Пасхой Иисус воскрес, да, вот. Кстати, попрошу заметить, в группе моей началось новое обсуждение, то есть играть, ну, именно в танки, не в World of Warships, можно за голду. Смотрите как. Ну, хотите, допустим, поднять свою статку, да? Не получается, вот. Вот вы знаете, там несколько человек, но они тоже как бы не очень особо хорошо играют. Мы с вами прокатаемся взводом, но это уже будет за отдельную оплату, то есть, как бы, это вроде как не нарушает правила игры, ни в коем разе, это уже, ну, на ваше усмотрение, то есть, хотите играть, платите нам голду, не хотите, то не платите. В принципе, тоже такая, знаете, неплохая подработка просто. Не всегда хочется просто донатить эти танки хотя бы. Ну, деньги есть, донатить не хочется. Вот. Если обращайтесь в ЛС. ВКонтакте. А сейчас у нас на повестке дня корабли. Ну, как обычно, к этому центральному метеориту подожмемся. Делать больше и нечего. Укрытий не так много. Не то, что на основных кораблях. Так, мы его пока... Хотя... Можно на упреждение дать. По идее, уже достаем. Да. Нас уже полетели. Его боеприпасы лазерного типа. Немножко больше угол взять. Чтобы задние орудия тоже могли срабатывать. Нас уже подожгли. Ну, прекрасно. Неполадки устранены. Сваливать отсюда по-быстрому. Я не думаю, что тут попадет по нам. Плохо так накидываем по нему. Так, надо глянуть, что там. Ай-яй-яй, с островом у нас. Я запущу уже самолеты. Да не впишемся. Не должны. Вот как-то вот так. Не попал. Надо выше брать. Мне показалось, или торпеды здесь идут? Стопэ. Что это такое? Значит, не показалось. Или что это вообще? Ладно, давайте будем разворачиваться потиху уже как-то. Задним ходом.
Отъедем подальше от скал. Хотя мы можем вполне вперед сдать. И сразу резко направо. Да не впишемся, не переживай. Все нормально. Должны пройти. В тютельку, в тютельку. О! Как доктор рекомендовал, только по инерции задницу нашу заносит, но... Так, давайте на 1/4 хода, даже можно, даже сейчас назад, вот так вот. Не, не попадут. Ай-яй-яй. Срочно разворачиваемся. Может, поменьше торпед вхаваем в себе. О-о-о-о! Мастерски. Теле назад срочно. Ладно, пока можем стрелять, будем стрелять. Не, вперед, 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 вперед. Поехали вперед. И сразу потом по ним там торпедами жахнем. Еще фул ХП у него там. Они таранятся там себе. Нормально. Торпеды наши пошли. Ага. Ясно, понятно. И стоит себе беспалевно. Ну, торпедами получит. Они двигаются, заметил все-таки. Стреляем по возможности побольше. Так, ну торпеды же вроде перезарядились уже. Ладно, перехватчика хотя бы выпустим. Чё уж делать, да? Чё уже нам морякам терять? Ну все, нам задница уже. Второй раз мы так уже не увернемся. Все. Погибли с честью и доблестью. Пойдемте тогда в следующий бой уже. Не будем затягивать. Так, где он тут? Вот он. Вот он, мой красавец. Погнали сразу в бой. Торпедные атаки и на линкоры и авианосцы противника. Постановка дымов. Задача эсминца. Ну, будем ставить дымы. Будем торпедами атаковать. По возможности. Не знаю, такой, в принципе, ушлый класс. Но когда прятаться негде, то он, по-моему... Он хорош, конечно же, но... Не знаю. Мало укрытия, в отличие от основных карт, которые здесь, в другом режиме, в обычном морском. Ну, погнали. Дел уже, наверное, раза три. Пацан на Flyfy. Ну, хороший этот. Успею ли я направо сейчас завернуть? Должен успеть.
сразу при приближении, наверное, дым лучше выпустить. Нет, в любом случае нас не достанет. Ребята уже пристреливаются там вовсю. Так, этого. Вот этого вот надо вот достать. Так сразу дымы ставим. Греха подальше. Так, мы что, стояли, что ли, все это время? Мы даже не достаем их. Вот этого еще возможно. Хотя навряд ли. А, фигово. Ладно, дым там кинули, и нормально. Наших прихвоим, вот этих двоих. Все, отвлечемся сюда пока. А, торпеды полным ходом идут. Даже не знаю, запустить так. Хай так идут. Как они через туман видят. Ладно, это лучше вперед пройти. Так, отлично, изничтожили его. Погнали-ка отсюда по добру, по здорову. Ну, здесь какой-то тотальный слив идет просто. Просто разнос во все орудия. Не знаю, тут затащить вообще реально нет. Надо удирать отсюда. И лучше с нашими держаться. Ну, этого разбомбить так. В одно удовольствие чисто. Лучше остановиться. Так, одного вырезали. Отлично, что потоплен.
Так, где там наш? Так, пойдемте лучше поскорей. Там этих попробуем раздолбать. Но я ничего вообще не обещаю. Что здесь сложно. Жалко, постепенно так хп на нем нельзя регенерировать. Это вообще, блин, 5000 только. Так, время у нас еще 13-14 минут почти уже. Еще. Будем аккуратненько действовать. Че, все-таки вписались, да? Странно. Наша команда получила преимущество. Да, рискованно. Слишком прижался я. А! Нужно было вообще туда не лезть. Все, слив. Где там наш другой? Ясно, это вообще без шансов. В порт. Что там зая 29 тысяч нафармила. Почти, кстати, опыт. Почти, кстати, опыт получили. Хороший там. Следующего. Так сказать, уровня. Так, время ремонта или основная огневая подготовка? Давайте вот это. Хорошее умение. Если проедемся. Ох уж эти очереди, да? Чайку что ли сходить заварить, да? А это вам не танки. Одна скала на всех укрытие. Вы пробовали со всеми держаться. Не за укрытием стоять. Это тоже как-то, блин,
Во-первых, под торпеды легко нарваться можно. Сколько там? 2000, 2200 человек примерно сейчас играет. Так, задача. Это вот очки даются за это, да? Плюс 3 каждые 4 секунды. А сколько всего? Тайм до 100. Ладно. Разберемся. Так, ну сразу погнали. Что-то мы поздно загрузились. Как-то. Так, ну с этими, блин, они мелкие. Мелкашки такие. Разворачиваем сразу наше орудие налево. Так, обстреливать пока еще смысла нету. Сейчас уже, наверное, есть. Чувак, чё ж ты туман не пускаешь? Ой, как хорошо заходит. Как и должно. Отлично, разворачивайся. Как раз попаду тебе. Вот нафига ты потому убьешь? Бей по этому. Ясно. Я вот так вот, наверное, надо. Даже выше чуть. Ясно, лучше по этому же подолблю. Ой, хорошо, ему в корму влетело. Пойдем-ка мы лучше полным ходом. Как-то немножко правее. Так, пожар тушим наш. О, уничтожили. Замечательно. Наши пока справа тусуют. Ну чё, мы люди терпеливые, обойдем, подождем. Как говорится, командная игра, да? А Макаров уже в нашей команде. Ну, говорю, одни и те же люди играют тут. Редфорд. Я не удивлен, буду есть какую-нибудь встречу тут из более-менее популярных там ютуберов. Вполне возможно. Захват базы тоже за тачки дают. Запущу перехватчики. Радиолокаторы. Хай летают на здоровье. Настреливают по
врагам людским. Такс. Вот с этим шутки плохи могут быть. Значит, давайте ему сюда торпед запустим. Ну ты понакидывай, понакидывай. Чувствую, мы раньше его разберем, чем торпеды мои долетят. Тем более я не попаду, наверное, ими. Неправильно рассчитал расстояние. Но еще научусь рассчитывать. Вот так вот, на глазок. Ой-ой-ой. Срочно тушим. Ой, хорошо вошел. Ой, замечательно. А, уже поэтому. Можно, конечно же, поэкспериментировать. Кое-что торпед запустить. Ага, они все еще перезаряжаются. Ладно, понятно. Что-то он не долетает как-то. Так вот, что ли, выше взять? Должно войти идеально. Ёлы-палы. Хотя бы две торпеды. А-а-а! Вы за это еще ответите. Не надо было мне так вылазить. Скорее петушителем надо воспользоваться. Пока не сгорели тут все. Напрочь у меня. Ну, по одной цели долбимо нормально. Тушимся. Тот вообще, смотрю, стоит, не стреляет. Двигатель вынесли. Как-то так. Ну, орудие мы ему не сломали. Печально. Так, ну залп один еще дать успею. Хотя того уже, по идее, хватит. Все, победа. Ладно, хороший бой, хорошая победа. 33 тысячи нафармили. Ну, нормально, в принципе. Сойдет. Ладно, на этом, я думаю, серию можно закончить тогда уже. Надо немножко отдохнуть, покушать перед курсами. То я только пришел, сразу записывать. Что-то такое модернизация. Не, ну это я знаю все. Еще 75 штук в подарок дали, да? Отлично, отлично. Ладно, эту серию закончим. Так что спасибо, что смотрели. С вами был Зазепа. Ставим обязательно лайки, подписываемся на канал. Ждем еще видео, так что пока.